Здоровится. Следующее письмо от Валентины. Про чистку печени. 1 апреля вечером начала чистку печени по Буревой. В 8 часов приняла чайную ложку 5 специй. Лист сены, кора крушины. Внутри началось брожение и бульканье. И так далее. Значит, слабительное она не принимала. Так вот, смотрите. Вот эти вот 5 специй. Они в основном применяются в первые 3 дня. А лучше 5 дней перед чисткой печени, для того, чтобы они все это там расшевелили, будем говорить, подготовили печень к тому, чтобы она могла прореагировать на масло и лимонный сок. Вот для чего это делается. А в момент чистки, в день чистки, можно там вот это все принимать, как там, согласно этой инструкции. Но основная задача вот этих всех трав, это до чистки печени подготовить ее к тому, чтобы она сработала. Чтобы заснуть, тут не пишется, когда она масло принимала, чтобы заснуть, приняла вишневое вино. Почти без градусов она действует как усыпляющее. Вишневое вино, надо же. Так, утром с меня вышли жидкие каловые массы, то есть понос. А это и есть как раз жидкие каловые массы желтого цвета, ну, разные. Вот так она бывает срабатывает, особенно там в первый раз. То есть это не обязательно там, камни. Главное, чтобы вот это вот именно был действительно понос. Как раз понос говорит о том, что он прочищается. Так, в 8 утра я приняла чайную ложку смеси трав и специй. И тут-то началось. Меня тошнило, выкручивало. Постоянно через каждые 10 минут бегала в туалет. Так продолжалось в течение 3 часов. Это мощно. Вы возбудили мощную очистительную реакцию. И вот это с вас все и пошло. То есть, чего мы добиваемся? Мы именно этого и добиваемся, чтобы это все произошло. Так, я решила, что надо прерывать этот процесс, съела легкую пищу, банан, и через час капусту, свежую черным хлебом. Тут лучше всего для того, чтобы прекратить этот процесс, вот это не надо есть сырое, вы лучше сделайте рисовую кашу. Рисовую кашу хорошенько ее разварите с топленым маслом, можете с салом. С топленым маслом, все это съешьте, это все хорошо успокаивает, рис именно. Так, еще через час заснула на 2 часа, вечером 18 часов, ага, это значит накануне было, вот я мое, пишу так. Вечером 18 часов выпила 200 мл масла горчичного и сока из лимона. Поставила грелку на печень и почувствовала легкую дурноту. Легла спать. Дурнота возникает из-за того, что идет интоксикация. Вот это и все эти травы. То есть травы здесь подействовали вот мощно. Они устроили своеобразную чистку всего, значит, пищеварительного тракта, будем говорить. Ну, я думаю, и печенку захватили. Так, утром в 5 часов, резкая боль кишечника, затем жидкий стул, ко мне не было, но после клизмы с подсоленной водой вышли белые нити длиной около сантиметра, они плавали сверху, наверное, это глисты. Да, вот эти все травы побуривают, видите, даже однократный прием как подействовал. Ну, очень мелкий, ну, естественно, так, фото вышло, вышли в следующем письме.
Значит, в марте прошла диспансеризацию, исследовали, кала ничего не дало, кровь в кале не обнаружена, та-та-та-та. Ну и что? Диспансеризация, та-та-та. Ну, дело хорошее. Кстати, вот тут, если увеличить, вот она фотка, это вот она фотка. Вот они, вот эти вот, вот они мелкие, плавают эти самые нитки, вот эти вот. Ну, есть, есть паразитики. Так, и наконец-таки, дальше она пишет. В дополнение к письму, чистка по болью все-таки состоялась, хотя была прервана. Нет, вы не думайте, что состоялась, не состоялась, камни вышли, не вышли. Главное, было мощное послабление. И именно послабление, то бишь по-нашему понос, это как раз и говорит о том, что организм прочистился. И послабление бывает мощное тогда, когда срабатывает печень и желчный пузырь. Мощнейший понос. Значит, с 15.00 вышли камни, самое крупное зафиксировано фото с уважением, Валентина Мартыненко. Ну что, Валентина, теперь надо бы это все повторить. Недельки через две отдохните и по новой только раз. Только теперь 3 дня вот эти травки попейте, да, оно у вас хорошенько там это самое покрутит, перекрутит, но зато вот эти вот паразитики, которые сразу же сдались во время первого приема, они тут пойдут побольше. И не забывайте о флешмобе, под пупочек ставим ватку с дегтем, дабы посмотреть, что там имеется у нас. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья!